Друзья, приехали мы в садовый центр эпицентра. Буду вот тут смотреть растения. Драцена компакта. Так, цена на асплениум, на лавр. Ну, лавр вон там в серединке. 191 гривну, асплениум 219. Хидера варигатная, но я ее даже дело в том, что тут не вижу, 179 гривен. Так, вот еще такие драцены. Вот варигатная драцена. Розмарин. Розмарин 198 гривен. Сингониумы. Сингониумы 201 гривну. Такие красивые. Есть разных сортов. Вот этот вроде чуть отличается. Так, агланема 390 гривен. Вот такая агланема. Даже цветет. Пеперомия. Ну, это сорт лилиан 199 гривен. Рядышком кофе. Кофе 169 гривен. Аспарагус 195 гривен. Вот такая пышная травка. И есть по 172 гривны аспарагус. И 189 даже. Ну, тут в зависимости от размера, скорее всего. Вот это рядышком еще кофе стоит. Кротон. Ну, цены не вижу. На шефлеру варигатную цена 256 гривен. Такая варигатная пышная шефлера. Рядышком маранты. Посмотрите, какие красавицы. Хорошие кустики. Но тоже цену не вижу. Сейчас обойдем. Фикусы, драцены. Так. Фикус Бенджамина 199 гривен. Фикус Наташа 229 гривен. Кротон 189 гривен. Кофе арабика 157. А вот это видно другие сорта аспарагуса. Цена была с той стороны. На. А вот они стоят здесь. Тут эпипремиум стоит. Эпипремиум 143 гривны. Такой вот с золотистым крапом. Ну, это все те же сингониумы. Розмарин и диффенбахия. Диффенбахия 87 гривен. Замиокулькас 472 гривны. Спатифилум вот крупный, Бинго Купидо 468 гривен. Он мне похож на сорт Сенсация, но это другой сорт, но тоже крупный. Большая диффенбахия 408 гривен. Вот такая пестрая. Пальма Хамидорея 447 гривен. И еще диффенбахия 162 гривны. С такой белой варигатностью, красивая. И Хамидорея поменьше 176 гривен. Фикус Наташа 229 гривен. Кротон. Кротон такой необычный, 187 гривен. Адиантум, или еще его называют венерин волос, 157 гривен. И вот фикус кинки 193 и 195 гривен. Есть вариегатный, есть вот просто зеленый. Хидеры. Кротон другого вида, 142 гривны, такой желтенький. Еще диффенбахия 154 гривны. Рядышком кротоны по 195 и 198 гривен. Вот необычная диффенбахия, посмотрите, прям полностью зеленый лист, 157 гривен. Это, наверное, какой-то антуриум. Ну, лист просто огромный. Наверное, какая-то оценка. Просто лист нереально большой. А, это монстера. А я говорю антуриум, друзья, это монстера. По резному листу монстера 432 гривны. Вот вдали еще видно.
Радемахера 589 гривен. Такое пышное растение. Фикус Мелани 825 гривен. Вот такие фикусики. Сейчас пройдем. Знаете, что мне упало в взгляд? Пеларгония красивая. Грандифлора Ариста плюс Мона Лиза 130 гривен. А рядышком необычное растение. Вот, тяжелое название. Листики как плюшевые, друзья. Прям мягенькие-мягенькие. Вот оно же повыше. Сейчас, если достану, вам снять. Вот такая еще пеларгония. Красивая. Так, ну тут подоцвели уже. Вот какая пеларгония. Пеларгонии много разных. Так, ну это монстеры. Все то же, что мы уже смотрели. Только с другой стороны. Банан. Банан 195 гривен. Фикус эластика. Вот варигатный сорт Белиз 176 гривен. Ну это опять-таки кротоны. И вот еще диффенбахия вот такого вида 163 гривны. Какие стричочки у спатифилумов. Красивые. Так, Литапс 288 гривен. Красула 160. Ну, обычное денежное дерево. Вот тут какое-то алоэ интересное. Вот тут еще алоэ декоративные. И кактусы. Кактусы в таких смешных штучках. Вот эти желтенькие. Красивые, аккуратненькие. Так, Рипсалис. Интересный такой, пышный-пышный. 289 гривен. А посмотрите, вот этот суккулент какой необычный. Суккулент микс 195 гривен. Суккуленты вот такие. Это, наверное, хавортия тут рядышком стоит. Или же алоэ. Сансиверия сзади. Так, Замиокулька с небольшой 195 гривен. И вот Сенсиверия Муншайн 198 гривен. Вот такая Сенсиверия. Большие Замиокулькасы. И Замиокулькасы, вот такая цена. Так, обойдем. Тут пеларгонии, кустик, горшочки. Драцена. Драцена. Джейд Джевел 565 гривен. И Драцена Лимон Лайм Копстек 499 гривен. Ну, я даже не знаю, какой это сорт. Красивая Драцена. Сансиверия Лауренти 682 гривны. Сансиверия Микс 399 гривен. И Сансиверия Муншайн 299 гривен. Так, посмотрите, какие огромные хиверии. Просто нереально большие. А вот эти уже собрались цвести. Очень красивые суккуленты в этот раз. Почему-то их подписали Алоэ Вера 213. А, вот, Хавортия 186 гривен. И еще маленькие хиверия микс 72 гривны. Вот такие хиверии. Но мне, конечно, нравятся крупные. Вот так, с такой розовой прямо варигатностью. Ну вот это прям красивущая. Драцена Маджента 499 гривен. Драцена микс 355 гривен.
Ну, тут вот разные драцены. Вот такой порядок цен на драцены. Ну, мне нравятся, конечно, варигатные сорта. Так, фикус лирата вижу. Вот еще драцены. Вот такие сорта. Такие цены. Компакта. Хедера. Хедера тоже варигатная, 72 гривны. Разные сортики. Так, давайте обойдем. Опять-таки драцена компакта 78 гривен. И сингониумы. Ну, сингониумы цену я уже называла. Тут не стоит почему-то цена. Вот еще драцена. Вот такая цена. Но самая красивая, по мне, вот это напоминает кукурузу. Драцена Yellow Cost. 180 гривен. Еще вот такие кактусики. Есть даже с цветами. Ну, цветы, наверное, не настоящие, наверное, прилепленные. И фаленопсисы. Фаленопсис – это уценка. Тут цена разная на фаленопсис. Ну, вот порядка 252-242 гривны. Вот так. Нефролепис. 335 гривен. Вот такой антуриум. Тоже, наверное, уценочка какая-то. Антуриум микс. Есть вообще вон 184 гривны антуриум. Есть вот такой оранжевый. Сантиверия по уценке. Шерцер даже на уценке. Посмотрите. Красный шерцер. Почему-то он аж упал. Так, гортензия на уценке. Ну вот, красивая. Цена 221 гривну. Так, и вот такие фаленопсисы. По мне, вот этот малышек интересный. Красная губа, крапушки. Ну, так обычная относительно. Вот тут стоит огромная, красивущая фтенанта или калатея. По-моему, сорт называется Люберса, но могу ошибаться. Цена на нее не вижу. Горшок развернут не той стороной. А это, по-моему, оливка даже. Оливковое дерево, да. Вот, оливковое дерево 740 гривен. Вот такое красивое. Тут драцены. Тут такие крупномеры стоят. Фикус бенджамина. Сейчас мы это обойдем. Посмотрим. Не знаю даже, что это. А вот фикус какой-то. По-моему, сорт дельтовидный или как-то так называется. Драцена компакта опять-таки огромная. Фикус эластика. Вот этот огромный. 938 гривен. Это, наверное, какой-то лимон стоит. Диффенбахия. Диффенбахия Tropic Snow. Вот такой у нее лист красивый. Ну, цена 643 гривны за вот это дерево. Вот ближе вам эта калатейка или ктенанта. Ну, вот такая она. Нашла, друзья, антуриум невероятно необычной расцветки. Цена 285 гривен. Но меня так привлек его цвет. Прям очень красивый. Мне прям нравится, нравится. Так, ну давайте еще посмотрим. Ну тут опять-таки оливковое дерево 747 гривен. Хамидорея, пальма. А нет, это пальма орека 1438 гривен. Ну, огромный фикус 1126 гривен. О, вот калатея.
Это очень необычная галатея. Но я смотрю, она вся в клеще, друзья. У нее мягенькие листочки. Вот видите, это все следы деятельности клеща. Цена 622 гривны. Но вся поедена клещом. Так. Еще драцены, драцены. Тут внизу такие драцены. Пальмы. Вот, посмотрите, какой папоротник огромный. Такие ваи огромные. Вот моя ладошка. Толще моего пальца просто листики. Так, тут такая типа гвоздичка, не знаю, как правильно называется. Гипоэстес самых разных цветов. Даже розовенькие есть. Хлорофитум бони. Вот такой кучерявый. Пепперомия роса 299 гривен. Каланхоя микс 127 гривен. Есть красненькая. Азалия. Азалия красивая. Гибискус. Такой оранжевый. Вот оранжевый, а тот коралловый, каллы. Но тут пока не вижу на них цены. Вот это вообще темная калла. Красиво. Антуриумы. Антуриум Андреум красный 316 гривен. А вот эта принцесса Амалия сорт, не знаю сколько. И орхидейки. Орхидейки тут красивые. Вот это такая необычная. Прям крапчатая. Вот это ярко-желтая. Прям такого желтого я еще не видела, чтобы крупный цветок такого насыщенного цвета. Вот это необычная. Лепесточки такие резные. О, это похоже на Элис Ван Оранж. Дендробиумы. Орхидея микс, кстати, 312 гривен. И есть еще фаленопсис по 288 гривен. Ну, вот такие дендробиумы. У вас вот такой серединка, у меня дендробиум дома цветет. А вот сиреневый, желтый. Желтый красавец. Какой аромат тут, друзья, стоит. Невероятный. Так, вот пульсация орхидейка. Вот биглип такой интересный. И тут нежненькая пошла. А вот какие биглипы. Вот темный. А вот вам, пожалуйста, белый биглип. Pretty Romance. Вот еще такой биглип интересный. Это орхидея 310 гривен. Так. Маленькая крапчатая. А вот тут пилорик. Пилорик. Сорт. Ну, одна ветка пилор, одна обычная. Сорт неизвестен. Сурфсонг какой красивый. Вот желтая. Огромная королевская белая. Вот эти прям лопухи, друзья. Такой крупный цветок, сантиметров 12. Вот еще биглип какой интересный. И тоже биглипы. Вот дендробиумы. Ну вот цена на фаленопсис. Вот такая. Это похоже на Fuller Sunset сорт. Такой сиреневый, желтый дендробиум. А это вот от цветашки орхидея микс 312 гривен. Ну, это, видать, камбрии, мельтонии были. Ну, что-то они уже отцветают. Гузмания 337 гривен.
Вот 315 антурю. За декалы вам покажу, какие есть сиреневые, желтые. Мирт на штамбе 420 гривен. Цикламен. Азалия, кстати, 270 гривен. И вот какой-то необычный цветок. Не знаю, что это. Не подписан. О, сейчас вам покажу. Так, это пеларгония грандифлора. Вот это Ариста плюс Мона Лиза. 144 гривен. Мединилу. Посмотрите, какой цветок невероятный. Необычное растение. Вот так висят цветы. Ну и красавчик антурио. Шикарный. Вот еще пеларгония. Грандифлора. 130 гривен. Вот такой антурио. Принцесса Амалия. Ну тут почему-то написано Anthurium Pink 315 гривен. Спатифилум 300 гривен. Белые антуриумы, но они уже отцветают, зеленеют. Роза 195 гривен. Лаванда 93 гривны. И есть лаванда по 75 гривен. Мухоловки по 223 гривны. Хижерослины. Тут, ну, тут и росянки. Ой, ну такие они мокрые, залитые. Конечно, неизвестно, выживут они у вас дома или не выживут. Так, бонсайчики есть. Есть бонсай вот такие. Вот это красивый изогнутый такой стволик. И вот фикусы микрокарпа под бонсай сделаны. И петуния по 81 гривне. Вот это космическая просто петуния. Как звездное небо. Но есть и сиреневая. Вот такая необычная. Ой, а посмотрите, какая темная пеларгония. Прям темная-темная. Какое-то растение. Сагина, 46 гривен. Армерия, вот как называется. Это армерия, 46 гривен. Синполия, 118 гривен. Вот такие фиалочки. Розы. Опять-таки розы. Гортензия. Красивая гортензия, 369 гривен. Разных цветов. Вот необычно. А вот тут вообще форма цветка нереально необычная. Вот голубая гортензия. Вот эта гортензия. Какая шапка, друзья, красивая. И спатифилум Бинго Купида 468 гривен. Так, ну тут пасхальный декор уже в магазине. Вот пеларгония какая красивущая. И сиреневая даже. Так, это все гортензия. Гортензия. Паланхоя. Спатифилум маленький. Фиалочки. И такая бегония интересная. Рядом с ней цитрусы. 1908 гривен. Цитрус каламандин на штамбе. Вот тут лимон. 2599 гривен дерево. И кумкват. Кумкват 1044 гривны. Так, еще вам пеларгонии покажу. Какие есть сорта. А посмотрите, какие, друзья, флорариумы. В форме яблочка. Яблочко, груша. Очень интересно. Придумали же. Так, ну тут вот
Гусмания, наверное. Хризантема по 81 гривне. Опять-таки спатифилум. Глоксиния 196 гривен. Вот такая крупная-крупная глоксиния. Красивая. Так, ну обойдем тут весенние цветы. Это бегония клубневая. Маленькие гортензии по 299 гривен. Есть даже голубая. Фиалочки, азалии. Так, а это олива маленькая, прям с пузырёчком оливкового масла. Классно придумали. Интересно. 463 гривны. Вот еще бегония. Бегония 216 гривен. Бегония Рекс ее называют. Так, глоксинии. Проходим. Я вам хотела показать, друзья, тилантии. Вот так цветут красиво. Вот такие у них стрючочки. Классные. Красивые тилантии. Так, сансевьерия Кирки Френдс. Красула. Так, ну цены вот на суккуленты. На суккуленты, на красулы. Алоэ. По суккулентам так вот вам сниму. Не буду называть каждый цену. Их тут очень много просто. Такие эхиверии. Там мне нравится. Выделяется она очень и по цвету, и по форме. И вот цены. Цены на суккуленты. Такие маленькие есть. Вот все, что в наличии тут. Вот цена. Необычные какие. Вот цены. Большая красула тут красиво так выглядит. И кактус, он какой огромный. 798 гривен. Кактус с глазами. Друзья, еще в продаже даже бамбук вариегатный. Но цену на него не вижу. Есть вот такой салатово-зеленый, есть вариегатный. И цимбидиум. Ну, цимбидиум красавец, конечно. Так. Ну, вот драцена еще какая-то. Кумкватики. Вроде бы я вам так все показала тут. Вот какие пеларгонии. Пышными шапками цветут. Красивые.